Всем привет! С вами снова Светлана Грамм и наш увлекательный курс флоистического скетчинга. Мы с вами объединим все наши вышеизложенные знания. Поговорим с вами о композиции. Соединим все то, что уже было с вами пройдено. Посмотрим, какие виды композиции мы можем с вами создать. И как же нам создать вот такой вот красивый рисунок для внедрения ваших идей. Такой рисунок не стыдно представить, например, заказчикам. Учитывая эту схему, вам будет намного проще потом рисовать все остальные свои дизайны.